Да ну на... Ты... Да ну на... Фомас Фьюри! Да ну что, Андрей! Пока что ни единая бабочка не пролетела. Да ну нахрен! Да ну нахрен! Здорово всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт спустя один год. Это мой аккаунт, который я отдал Интеру, это капитан Маслят. И, ребята, я не знаю, что с этим аккаунтом происходило. Прямо сейчас я хочу посмотреть, что сейчас с этим аккаунтом, хочу посмотреть, что и как. И самое главное, мне очень интересно, какой же там инвентарь. Ну что же, поехали! Ну а перед началом данный ролик хотел бы вам подарить M9 Bayonet Universe. Чтобы получить именно первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть все видео без перемоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твое ID. Всем желаю удачи. Поехали! Первое, что я вижу, это надпись «Интер чемпион мира». Вы спросите, КентПК, а что это за ник-то такой? Оказывается, Интер играл в чемпионате мира по дуэлям, по стендофу, выиграл его и занял топ-1. За это Интеру респект, да ему кулачок, просто красава, потому что, ребят, ну сразу видно, капитан Маслят, чемпион мира по стендофу. Ну что же, прямо сейчас мы, ребятки, переходим в статистику. Что же мы-то видим? КД 1.66. Да, это маловато, но в принципе пойдет. Смотрим, процент побед 71% побед, ну это уже очень даже солидно. Ранг ВММ — это мастер, ну все по дефолтику. В общей статистике КД 2.75. Я скажу так, если бы вы сыграли против Интера, вы поняли, что это реально серьезный парень. Потому что, ребят, я с ним играл дуэль 1 на 1. Это просто что-то с чем-то. История матчей, ну посмотрите, просто посмотрите. Я уверен, он всегда отыгрывает на первых местах. Вот, смотрите, первое место, раз. Вот тут первое место, два. Опять первое место, ну, ребят, ну, елки-палки. Ну что же, только что я зашел в его личное сообщение. И посмотрите, что же я тут нашел. Так, ты задонил 30к? Кщау пишет, да. Дашь 1к, пишет Интер. Кщау такой, зачем? Интер такой, я бомж. Кщау пишет, и я, пригласи кенту, пригласи кенту. Интер такой, нет, не приглашу, ты неделю назад мне обещал голду, бы то и не дал. Блин, ну уж это Интер. Ребят, я вам скажу так, Интер как был школьником, так и остался. Поэтому, если что, голду ему не давайте, а то я за него не отвечаю. Так, ну что, читаем дальше, приписочку ГММ мне. Скажи, пожалуйста, ID Влада 4. Чего нафиг? Ну а теперь мы, ребятки, переходим в инвентарь. Я скажу так, когда я давал этот аккаунт Интеру, там было пусто, вообще по нулям. Сейчас я уже вижу, есть 90 голды, есть уже Fanfall Tactical, Famas Autumn, но в принципе есть уже хоть какой-то скин на каждое оружие. Но я, ребята, заметил то, что нету ножа. И я считаю то, что это надо исправить. Так что, ребята, ну что же, прямо сейчас Интер, братан, рассказывай, какой нож ты хочешь? Скорпион или флипнайф? Конечно же, флипнайф. Хорошо, брат, купим тебе кунай. Ну а если серьезно, ребятки, я такое мнение, то что киберспортсменам надо поддерживать. И поэтому я прямо сейчас им подарю нереально крутой нож. Ну что же, поехали вводить секретный промокод. Применить. Успешно, успешно, все хорошо. Я перехожу в инвентарь, и я кое-что вижу. Ну что, Интер, я прям сейчас тебе ввожу демочку. Ты готов, братик, посмотреть этот замечательный, прекрасный скин? Скажи. Да мне страшно вообще. Давай, брат, смотри, смотри. Да ну на... Ты... Да ну нафиг! Братик, что? Это твой новый ножик! Поздравляю, M9 Bayonet Blue Blood! Это за то, что ты капитан Маслят, за то, что ты киберспортсмен, и просто тебе повезло, потому что ты попал ко мне в прокачке инвентаря, братан! Ты получаешь прямо сейчас M9 Bayonet. Ну, помимо этого, ты еще получаешь 10 любых кейсов! Это просто что-то с чем-то! Ну что же, погнали покупать кейсы! Прямо сейчас я, ребятки, покупаю скин, все купил, и у нас есть на балансе ровно 1000 голды. 5 минут later. Ну что же, открываем Furious Case. Ну, кстати, Furious Case тоже очень хороший кейс, мне он очень нравится, потому что с ним может выпасть какой-то керамбит Dragon Glass, например. Или, например, керамбит Scratch, мне уже он выпадал раз за два точно. Ну что же, давайте, прямо сейчас просто стендов. Давай, во имя киберспорта, пожалуйста, выпади. Поехали, 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 и падай, шо ж падай. Фомас Фьюри! Да ну что, трек! Братан, мы богаты! Мы богаты! Опупеть! Что трек? Я в шоке, чувак! Ты просто самый везучий человек, который я знаю! Это уже твой инвентарь сколько стоит? 800 голды! Чувак, сколько? Ты понимаешь? Ты можешь его продать и купить все, что хочешь. Охренеть! Так, ну чё, давай дальше, Arrival Case. Слушай, ну пока что прокачка очень даже хорошая. Как, тебе нравится? Конечно, это что за вопросы такие? Конечно, нравится. Брат, давай, давай, G-Command of War, крутим, 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 крутим. Ахалай, нахалай, чемпиона мира по дуэли выпадай. Так, 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 так. Да ну! Стой, стой!
опупить. Подожди, это белая полоса, ты понимаешь? Это белая полоса. Мы должны открыть еще один равел кейс. Прямо сейчас по любасу нам повезет. Давай, G-команда, надо крутить, по-моему, больше. Поехали. Ой-ой-ой, сейчас будет просто полное мясо, и на выпадает. Ну, как обычно. Но уже очень даже неплохо. Так, ну что, открываем следующий Rival кейсик. Я делал пусть на VM Genesis, пожалуйста. Genesis, я уже представляю, как Интер бы с радостью гонял бы с этой АВП. Я уверен, Интер нравится АВП? Прикинь, еще есть Конечно, сатрек. Нравится. Ой, блин, а сатрек он стоит 3к. Так, ну что, поехали. Генезис, выпадай! И нам, ребятки, выпадает, как он увидит, что... Акер, некромастер! Стой, да стой, ну! Сатрек, вау, нет. Не, ну все равно уже некромансер-то, братан, уже хороший друг, уже пошла жара патрон. Я уже сразу применяю, я уверен, что лучше играть с некромансером, чем с экэр-спортом. Так, ну что, поехали дальше, открываем следующий rival кейсик. В этот раз мы пытаемся обмануть кейсик. Я делаю так, пусть на каркарбон, пусть на M-Strike Beagle, пусть на EP-350 Rally, и на выпадает. Так, 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 по идее, мы обманули кейсик, и на выпадает. Блин, походу плохо обманули. Походу он простёк фишку. Но ничего страшного, потому что дальше только дороже. Дальше уже идут фейбл кейсы. Ой, блин, ты был бы рад, если бы выпал в Легаси? Конечно, я бы тебе ее подарил. Да не, брат, мне не надо. Это все твое. Я понимаю, что это мой аккаунт, но я что тебе его отдал, поэтому это теперь все твое. Так, 5-7 Tactical. Слушай, у тебя раньше был 5-7 Tactical или нет? Нет, нет, нет. Братан, нет. Теперь будет все богатая жизнь, it's my life. Давай, оп, оп, поехали, брат, за rich life, поехали. Пацаны, кто шарит в английском, переведите в чате. Ой-ой-ой, ты где стой. Сюда? Легендарка. Стой, статрек. Статрек! Статрек, чувак. Братан, я не знаю. Ты просто с бомжа стал богачом. Я в шоке, я просто реально в шоке. Давай буст на М4 самурай. Давай, самурай. О, кстати, да, тебе еще нужно М4 самурай. Давай, сейчас проворачиваем, бустим. Поехали. И, ой, как много. Два ножа пролетело подряд, прикинь. Так, ну, скажем так, неплохо. Осталась последняя надежда, это фейбл кейсик. Ну чё, давай, просто прям сейчас держим кулачки. Говори заклинание, братан, говори заклинание. Ахалай-махалай, бабочка Легаси, выпадай. Давай, поехали, родной. Так. Пока что ни единая бабочка не прилетела. Да нахрен! Да нахрен! Да! Я в шоке, чувак! Да! Обудить! Трофлиш! С последнего кейса! Чувак, это просто что-то нереальное. Я никогда в жизни не делал такие дорогие прокачки. Я не мог поверить, что вот так все произойдет. Охренеть, чувак! Один нож за КТ, второй за ТТ. Я не знаю, я сейчас... Это твой инвентарь новый! Охупеть! Попал в прокачку кенту! Блин, братан, почему мне так с кейсов никогда не сыпят? Охренеть! Просто, ребят, поставьте лайк за такую прокачку, подпишитесь на канал Кента ПК. Есть надежда, чтобы я тоже прокачал. Ребята, прямо сейчас жду всех в моем дискорде. Также вступайте в группу по дизайну, это наш главный спонсор. Потому что если в нее вступите, то я тоже выберу там одного человека для прокачки. Ну что же, с вами был ваш Кентуха и богатый Интер. Всем удачи, всем пока!